Крупнейшую станцию московских центральных диаметров открыли в Нахабино. Символический запуск работы обновленного инфраструктурного объекта далее глава РЖД Олег Белозеров, столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечу, что с момента открытия диаметров прошло меньше года. И за это время уже было построено или реконструировано 13 объектов. Нахабино – конечная станция на маршруте МЦД-2 Нахабино-Подольск. Реконструированный вокзальный комплекс стал одним из самых крупных пригородных конкурсов в Европе. Общая площадь почти 9 тысяч квадратных метров. Мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности, надежности. Пассажир видит внешний антураж, но здесь перестроенный и путь, и рельсы, и безопасность, и система управления. Здесь все новое на высочайшем мировом уровне.